Всем привет! Продолжение по Mitsubishi Pajero Sport. Вот начинаем делать двери, а именно внутрянку дверей. Что мы видим здесь? Ну, то есть одна дверь уже как бы там тоже мы зачищали. Я пофоткал, решил на второй двери как бы подснять. Там, в принципе, было то же самое. Вот, как бы по проемам. То есть японский автомобиль. Вылазит все вот именно изнутри, оттуда. Но опять же, ребята, которые раньше видно были, они замазали все это шпаклевкой. Вот шпаклевка. Может, если сфокусироваться вот так, ну, плоховато. То есть это шпакли. Далее, здесь, ну, прошу заметить, что в японских автомобилях именно вот этот шов герметика, вот он. Он практически не виден. Вот его край, вот металл, вот край шва и вот здесь шва. То есть вот этот шов, он очень тоненький. Его практически нету по заводу. Вот даже здесь, его здесь нет. С этой стороны, вот он очень тоненький. Вот. Он очень-очень тоненький. Этот шов. И поэтому здесь... Тоже были вопросы, и как бы, я не знаю, может на продажу, может так кому-то делали, то есть сделали все это из шпаклевки. Он должен быть из герметика, эластичный, а сделали его вот таким вот образом. Это шпаклевка, вот она, я сейчас покажу. Вот. Вот так вот она выглядит в разломе. Это обычная шпаклевочка. И так на всех дверях. Поэтому будем снимать. Ну, соответственно, под ней вот. Все это надо вычищать. Все это разбухает. Поэтому будем чистить, пролаживать новые швы. Все это вытравливать, протравливать и пролаживать новые швы. Как-то так. Кому интересно продолжение по данной тачке, заходите, подписывайтесь. Всем удачи. Ждем на канале.